теме равновесия на притяжение и на приталкивание видео. Давайте посмотрим. Это очень замечательная демонстрация того, как бы наш мир был бы устроен на прямом притяжении. Вот прям вот именно так бы он был устроен, только бились бы еще сильнее. Здесь мы видим, после словоударения остаются кусочки магнита. Так вот, на прямом притяжении и этого бы не оставалось. Просто все превращалось бы в пыль, и эта пыль сжималась сама в себя, аннигилировала в точку. Или как там это у них, ну-ка, по их классификации. Две трактовки, ну вот, аннигиляция, полное уничтожение, отмена. Реакция превращения частицы и античастицы при столкновении в какие-либо иные частицы. Ну, не суть. Грубо говоря, было бы полное разрушение материала, который взаимодействует. Никакого распыления в пространстве, равновесия, никакого разнесения в пространстве. Вот, грубо говоря, атомная структура, вот любая кристаллическая структура в мире на прямом притяжении невозможна. Потому что есть только силы прямого притяжения. Никаких там внутренних сил нет, невозможно они. Это, грубо говоря, современные фантасты от физики рассказывают сказку. Вот все на притяжении, но существует внутренняя сила отталкивания. Как только тела сближаются, появляются какие-то волшебные силы отталкивания. Можно их так назвать, можно так назвать, и они дают возможность телам держать форму. Если бы Вселенная вся полностью на макроуровне была построена именно на силах притяжения, то лопотать уже об отталкивании – это нелогично. Вселенная держится на максимальном комплекте сил, на самых мощных. По-иному невозможно. Это вы обманываете сами себя и обманываете доверчивых школьников. Алексей Козлов. Луна вращается вокруг Солнца? То за чушь? Каждое тело в теории Ньютона отдельно воздействует, отдельно со всеми телами. Если бы Солнце хоть маленько создавало воздействие на Луну, орбита Луны была бы вытянута в сторону Солнца. Вот понимаете, вот человек получил образование и не может сосредоточиться. Вот это вот в результате вот этой вот теории Ньютона. Он кажется, что если бы Солнце создавало хоть маленько воздействие на Луну, то орбита Луны была бы вытянута в сторону Солнца. А ничего, что Луна вот так вот вокруг Солнца вместе с Землей обращается. Вот вы это не можете сосредоточиться. Вообще вот эта вот партия Козловых, Алексей Козлов в данном случае, просто, ну, не наши ребята почему-то. Не могут они сосредоточиться на постоянной основе. Виктор, с уважением к вам, ну где изобретение российских физиков? Если вы критикуете британское все. Ну давайте. Есть документальные фильмы, кто вот у нас есть, кто изобрел и кто запатентовал. Вот патентователи и изобретатели – это разные люди. Вот как-то разные. Радио Попова, лампочка и так далее. Ну, кто это все изобрел? Чьи это люди? Попов, радио, да? Кто на самом деле? А дальше идут споры. Потому что кто-то потом запатентовал, да? Вам чем эти изобретения не нравятся? Есть изобретатели, есть патентователи. Паровая машина, то же самое. Грубо говоря, и это все изобретения, ну, старых лет, прошлых лет, давних лет. Современных изобретений, основанных на современной теоретической базе, их нет. Вот вообще нет. Вот как мы запустили вот этого бешеного Эйнштейна в популярную науку, там, в публичную науку, все, все изобретения закончились, все, все остановилось. Все, что, если что-то изобретается, то это вопреки всем теоретическим построениям. Вот ни одного устройства, благодаря
теории искривления пространства или этих прыжков со временем, больших взрывах и так далее, прочим мракобесии нет. Поэтому просто расширяйте свой кругозор. Работайте с информацией, вы это сами все будете прекрасно понимать. И сейчас эта схема продолжается с патентованием. Наши патенты не признаются, признаются только их патенты. Ну, какие-то там подробности у этого всего есть. Мы, в принципе, должны действия их патентов приостановить на своей территории. Вот никаких отчислений за их интеллектуальную деятельность мы не должны, в принципе, нести. Пока не уравнены в правах наши изобретатели и их изобретатели, просто временно приостановить рассмотрение всех дел по интеллектуальной собственности. Их интеллектуальная собственность утрачивает статус на нашей территории. Ну, по крайней мере, в рамках судебных дел и производств. Что бы ни случилось там, программное обеспечение, не программное, а просто суд не рассматривает. Ставим на паузу столетнюю. Дальше британское все. Как британское? Ну, вот футбол, древняя игра. Играли там, карелы играли. В России находят эти мячики и так далее. Индия. Везде играли. И тут британцы основоположники футбола. Это вот девочка поехала с вами на шашлыки, пожарила шашлык, вы ее ставите основоположником шашлыка. Это то же самое история с Британией. То же самое бильярд, да. Индийская игра, которую можно трактовать как британская, потому что да, они ограбили Индию, да, вывезли. И теперь кто-то в Европе узнал про бильярд. Это жульничество, мошенничество все с британской темой. Британцы присваивают себе все просто. Ну, опять же, пример, да, тяготение, это корректная версия Ломоносова, да, у нас британскую версию учат в школе. Ну вот это просто силовые методы внедрения своей лютой информации. Wow.